Бельчане против штрафов за незнание государственного языка. Они говорят, что Молдова многонациональная страна, а запрещать говорить на том или ином языке – это нарушение прав человека. Эту тему начали широко обсуждать после того, как власти Украины решили штрафовать население на сумму до $500 за умышленное игнорирование украинского языка в публичных местах. Большинство бельчан утверждают, что знают и русский, и румынский языки, но говорят на них в зависимости от того, как к ним обратились. У нас все равно коррект. Фикар ворбишь кум вре. Его шакрет. Лимба диста, да то дело. Молдова и букшит ку шлеруш, молдовенч, шкерш, украинень. Это тупость, грубость большая. Это нарушение прав человека. Молдавский и русский это в Молдавии принято. Я свободный человек, имею право разговаривать на том языке, который я знаю, не правда ли? Давайте запретим иностранцам приезжать в Молдавию и разговаривать только на молдавском языке. И медики против таких санкций. Они говорят, что от этого зависит здоровье и даже жизнь человека. Как общаться с людьми? Если один понимает молдавский, другой не понимает, надо на русском. Мы родились с этим, при Союзе, и знаем язык. По-другому невозможно. Это чушь. Люди разговаривают так, как умеют и как привыкли. Такого закона не должно быть. Согласно переписи населения 2014 года, в Бельцах проживает около 61% молдаван, 18,5% украинцев, 16% русских и почти 3% румын. Около 2% населения назвали себя представителями других национальностей. При этом 51% населения Бельц чаще всего говорят на русском языке.